Как говорилось в самом Советском Союзе, в СССР преступлений нет. Конечно, это было не так, но правительство старательно заминало все громкие случаи грабежей или же убийств в стране. Тем не менее, в истории советских преступлений есть особая глава, которая, к моему удивлению, описывает далеко не единичные случаи такого преступления, как угон или попытка угона самолета. Сами проверьте в интернете этих попыток, удачных или нет, наверное, больше сотни. И раз так, я решил отобрать 5 самых интересных, на мой взгляд, конечно, случаев, когда в Союзе угнали или пытались угнать самолет. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Полетели. Попытка угона Ан-24 в Турцию. 9 ноября 1978 года. 18 часов 9 ноября 1978 года Ан-24 с бортовым номером 46789 приземлился в Грозненском аэропорту. В самом здании аэропорта проводился плановый ремонт, поэтому все необходимые процедуры, регистрации, досмотр пассажиров проводились непосредственно в городе, а на перрон людей доставляли с помощью автобуса. И вот когда Ан-24 был уже почти готов к вылету и посадка на борт завершилась, к самолету неожиданно подъехал милицейский автомобиль, который привез еще 2 опоздавших пассажиров. Но когда те вышли, один из них посмотрел на Ан-24 и сказал, что не хочет никуда лететь на таком грязном и задрыпанном самолете, и просто развернулся и ушел. Другой же опоздавший пассажир, Эдуард Махаев, ранее судимый, со своей сумкой зашел в салон. Когда Ан-24 наконец-то взлетел, на борту было 42 пассажира и 5 членов экипажа. После нескольких минут полета Махаев неожиданно поднялся со своего места и начал раздавать всем пассажирам грецкие орехи. Когда они закончились, Махаев сказал, что у него есть еще орехи, но они находятся в его сумке и надо пойти в багажное отделение и достать их. Багажное отделение находилось между салоном пассажиров и кабиной пилотов. Зайдя туда, Махаев завалил чемоданами и сумками двери в салон, сам достал из своей сумки пистолет и постучал в кабину пилотов. Командир самолета Игорь Сагаты решил, что это стучится стюардесса, и велел борт-инженеру открыть дверь. Как только дверь была открыта, в кабину ворвался Махаев и выпустил 2 пули в борт-инженера, крикнув «Курс на Турцию». К счастью, борт-инженера первая пуля попала в щиколотку, а вторая пуля только задела чуть-чуть китель мужчины. Видя это, Махаев попытался выстрелить в третий раз, но оружие переклинило, чем сразу же воспользовался штурман самолета Курдюков, который навалился на Махаева и вытолкнул его из кабины. Когда двери кабины были заперты изнутри, за ними раздалось 4 выстрела, после чего Махаев затих. Экипаж тем временем взял курс на Махачкалу и приземлился в аэропорту Уйташ. Раненого борт-инженера доставили в больницу, а самого Махаева нашли у входной двери в кабину с простреленной головой и 4 пулевыми отверстиями двери кабины пилотов. Существует 2 версии следствия, что же все-таки произошло с Махаевым. Согласно одной, он, понимая, что его план провалился и не желая сдаваться властям, пустил себе пулю в голову. Согласно другой версии, пуля срикошетила от двери кабины пилотов прямо в голову Махаеву, тем самым подведя итог под его жизнью. А члены экипажа в итоге были награждены правительственными наградами за проявленное мужество. Попытка захвата Як-12 над Ереваном 10 сентября 1961 года. Утром 10 сентября 1961 года борт 44-348 самолета Як-12 выполнял свой очередной пассажирский рейс по маршруту Ереван-Ехигнадзор. За штурвалом машины сидел молодой пилот Эдуард Бахшинян. На тот момент ему было всего 25 лет. В салон Яка села 3 пассажиров. Один рядом с пилотом, остальные разместились посади. Согласно графику, Як-12 взлетел с аэродрома в 8:05 утра. Быстро отрапортовав о том, что все в норме, и спустя всего несколько минут связь с самолетом прервалась. Произошло это потому, что спустя 5 минут полета один из пассажиров, тот, что сел возле молодого пилота, перерезал ножом провода радиостанции. Одновременно с этим 2 других пассажира, которые разместились за креслом Бахшиняна, резко набросились на мужчину и начали наносить ему многочисленные ножевые ранения. Имя и фамилия преступника, который перерезал провода радиостанции, Генри Ксикаян, а его подельников Серж Туманян и Горегин Мавсисян. Они были противниками советской власти и мечтали убежать за рубеж, чтобы рассказать там правду о репрессиях в СССР. Ксикаян владел минимальными навыками пилотирования и таким образом, угнав Як-12, они собирались сбежать из Союза.
Но Секаян все-таки не смог нормально пилотировать самолет из-за слабой подготовки и незнания принципов работы самолета. Тогда пилот Бахшинян крикнул Секаяну, чтобы его пустили за штурвал самолета, иначе все они в течение пары минут упадут на землю и разобьются. Угонщики, боясь летального исхода, не стали спорить. Когда Бахшинян снова сел за штурвал, он стабилизировал ситуацию и выровнял самолет. Но почти сразу же после этого пилот выполнил несколько резких маневров, в результате которых Як-12, перевернувшись, помчался вниз. Угонщики оказались сбиты с ног, а сам самолет в итоге потерпел крушение, так как Бахшинян слишком сильно поздно потянул штурвал на себя, и самолету не хватило высоты, чтобы выйти из пике. Машина зацепилась о верхушки деревьев и в итоге упала в поле, относительно недалеко от аэродрома. Весь полет длился всего 6 минут. В итоге после крушения все выжили, но получили травмы различной степени тяжести. Угонщиков схватили крестьяне, которые находились недалеко. Потом всех пострадавших милиция направила в больницу. Горегин Мовсесян на следующий день скончался. Секаян и Туманян выжили, и их то ли расстреляли, то ли приговорили к работе на урановых рудниках, что было по сути тем же смертным приговором. Бахшинян спустя несколько месяцев вернулся на работу, а также был приглашен в Москву на пленум ЦК ВЛКСМ, где был награжден орденом Красного Знамени. Угон Ан-2 из Туапсе в Турцию. 13 марта 1967 года. Около 12 часов дня 13 марта 1967 года пассажирский Ан-2 с бортовым номером 04959 приземлился в аэропорту Туапсе с двумя пилотами и 10 пассажирами на борту. После того, как пассажиры выгрузились, оба пилота, Владимир Мельник и Юрий Муравьев, ушли отдыхать. Вскоре начался обед, и маленький аэродром опустел. И тут Муравьев, который находился в здании аэропорта, услышал шум работы двигателя своего самолета. Сначала пилот подумал, что это его коллега, Мельник, разворачивает самолет перед следующим рейсом. То же самое подумал и Мельник, только уже по отношению к Муравьеву. И только когда оба пилота практически одновременно вышли на аэродром, стало понятно, что самолет угнали. Тут же руководство оповестило об этом пограничную службу. В это же время угонщик следовал на юго-восток, достиг границы Грузинской ССР, после чего направился в сторону Черного моря. Его конечной целью была Турция, но пилот не знал, что за ним уже летит, так сказать, его смерть. За украденным Ан-2 были высланы Як-28П и МиГ-17, которые пилотировали капитан Парфилов и подполковник Прищепа соответственно. В итоге военное руководство летчиков приняло решение сбить самолет над водами Черного моря, пока тот не достиг территории Турции. Ан-2 был сбит в нейтральных водах с помощью бортовой артиллерии МиГ-17. Чуть позже в районе падения воздушного судна были проведены поисковые работы, но ничего кроме отдельных обломков самолета не было найдено. Тело пилота, скорее всего, навсегда сгинуло в пучине Черного моря. Также было проведено следствие, которое установило, что похитителем самолета был бывший военный летчик Павел Скрылев, 1930 года рождения. Проработав некоторое время в гражданской авиации, он был уволен и не смог найти себе нового места работы. Вполне возможно, что именно после этого у него возникла идея бежать в Турцию. Также следствие установило, что для угона самолета Скрылеву понадобилось не более минуты. Ограждение маленького аэропорта в Туапсе, по сути, представляло собой небольшой забор, через который можно было легко перемахнуть. А противоугонные средства Ан-2 можно было, как оказалось, очень легко и быстро обойти. По итогам следствия Мельник и Муравьев были признаны невиновными, а противоугонку самолета Ан-2 серьезно пофиксили. А сама история с Ан-2 стала единственным известным случаем, когда советская военная авиация уничтожила свой гражданский самолет при попытке покинуть территорию СССР. Попытка угона Ту-104 в Ленинграде 23 апреля 1973 года. 23 апреля 1978 года пассажирский авиалайнер Ту-104 с бортовым номером 42505 выполнял рейс из Ленинграда в Москву. На борту был 51 пассажир и 6 членов экипажа. Как говорится, ничто не предвещало беды. На 9-й минуте полета к одной из стюардесс подошел некий Иван Бедюк и заявил о желании сесть в первом салоне. Так как там были свободные места, то просьбу Бедюка удовлетворили. А когда мужчина уселся в первом салоне, он снова подозвал стюардессу и вручил ей письмо, потребовав его передать пилотам самолета. В итоге письмо таки попало в руки командира самолета Вячеслава Янченко и состояло оно из 4 исписанных листов. Если кратко, то там было все, так сказать, по советской классике. Мужчина ненавидел советские
советский строй, так как, походу, пострадал от него или от его отдельных представителей и хотел убежать из страны. Сам Бедюк требовал направить самолет в Стокгольм, а иначе он взорвет бомбу, которая находилась у него в руках. Никаких инструкций, что делать в подобных ситуациях, у пилотов не было, поэтому командир Ту-104 Янченко принял решение возвращаться в Ленинград. После этого бортмеханик получил от Янченко табельное оружие, а также приказ пойти и попытаться обезвредить преступника. А сам самолет в это время начал брать курс на Ленинград. Пока Ту-104 разворачивался, у Бедюка иссякло терпение, и он усердно пытался проникнуть в кабину, держа бомбу в руках. Так как бомба имела механизм обратного действия, то есть срабатывала, когда отпускали кнопку детонатора, бортмеханик не имел возможности обезвредить Бедюка и поэтому начал уговаривать мужчину, прося его успокоиться и убеждая, что самолет уже летит в Швецию. Но уже на подлете к Ленинграду, когда уже было видно здание аэропорта, преступник понял, что его обманули, и без раздумий сразу же активировал бомбу. Взрывом пробило перегородку кабины, а также вырвало входную дверь. Ценой больших усилий после полученных повреждений самолет удалось выровнять и кое-как посадить на взлетно-посадочной полосе. В результате взрыва погибло 2 человека. Бортмеханик Грязнов и сам террорист Бедюк. А за проявленное мужество весь экипаж Ту-104 был награжден правительственными наградами. Угон Ту-154 в Пакистан. 19 августа 1990 года. 19 августа 1990 года из города Нерюнгри вылетел Ту-154, который перевозил 15 заключенных изолятора временного содержания в город Якутск. Через некоторое время после начала полета на пульт командира самолета поступил сигнал «Опасно». Преступникам удалось пронести на борт самолета обрез, переданный через подкупленного охранника другом главаря угонщиков, а также кусок мыла, который они выдали за самодельную бомбу. Как это странно не прозвучит, но на борту самолета были также обычные пассажиры в количестве 70 человек, не считая преступников. А на самих заключенных было всего 3 пары наручников. Но как бы то ни было, Ту-154 был захвачен и направлен обратно в Нерюнгри. По прибытию в город террористы потребовали автоматы, рации и парашюты. После этого самолет отправился в Красноярск, а потом и в Ташкент. В ходе полета в результате междоусобных разборок сменился лидер группы, а из 15 преступников 4, которые имели самые мягкие статьи, решили не накручивать себе срок и сдаться советским властям. Утром 20 августа самолет с 36 пассажирами в качестве заложников и 11 преступниками вылетел в Пакистан, где и приземлился в аэропорту города Карачи. Прямо там угонщики были арестованы и помещены в тюрьму. В сентябре 1990 года состоялся суд над угонщиками. Верховный суд Пакистана приговорил их всех к смертной казни. В итоге 2 повесилось, 1 умер от теплового удара, остальным сменили приговор на пожизненное. И только в 1998 году все оставшиеся в живых террористы были амнистированы в честь 50-летия независимости Пакистана. Часть из них остались в Пакистане, часть из них вернулись на родину, где были приговорены к 15-летним срокам лишения свободы. Что ж, как нетрудно заметить, практически все случаи похищения самолета связаны с нелюбовью к советскому строю и попыткам сбежать от него подальше. Честно говоря, это не я так выбирал, просто большинство случаев, если не практически все, имеют именно такой мотив. И тут повисает немой вопрос. Это СССР такой плохой или же люди просто не оценили? Да, я вас провоцирую на комментарии, так что не стесняйтесь. А также не забудьте поставить лайк под видео, если оно вам понравилось. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, товарищи.